Здравствуйте, меня зовут Лебеденко Кира. Я продакт-менеджер по информационной безопасности компании Secnet Distribution. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о комплексной безопасности корпоративных сетей для малого и среднего бизнеса, который можно построить на основе UTM-устройств от компании Cyberum. Это краткое содержание того, о чем я хотела бы сегодня вам рассказать. И начать хочу с небольшого рассказа о компании ElitCore Technologies. Эта компания основана в 1999 году. Она сертифицирована согласно международного стандарта ISO 9001-2000. Решения, которые производит эта компания, представлены на рынке более 110 стран мира. Хотелось бы поговорить с вами о тенденциях в IT-безопасности. Реалии нашей экономики таковы, что защита информации воспринимается чаще как необходимость, не всегда удобная для бизнеса, в то время как во многих других странах информационная безопасность является частью бизнес-процессов, прописанной на законодательном уровне. Проблемами, которые могут тормозить развитие информационной безопасности в сфере SMB, чаще всего является нехватка средств, которые выделяются на IT-инфраструктуру. Также нехватка, а иногда и полное отсутствие квалифицированных IT-специалистов. Ну и, конечно же, отсутствие понимания у руководства необходимости в защите информации компании. Ну и какие же могут быть последствия для бизнеса? В случае потери незащищенной информации компания несет прямые финансовые убытки из-за потери репутации, из-за потери конкурентоспособности. И как следствие уходят сотрудники, компания теряет клиентов. И в конечном итоге, что очень печально, возможно ликвидация бизнеса. Ну а теперь хотелось бы поговорить с вами о продуктовой линейке от компании Cyberum. Компания Cyberum предлагает полный портфель решений для бизнеса и дома. Решения Cyberum делятся на такие типы. Для обеспечения безопасности сети это UTM-устройство. Решения, которые предназначены для централизованного управления безопасностью в распределенной сети компании. Вот, это Cyberum Central Console. Решения для мониторинга и анализа сети. Это решение iView. И, конечно же, устройство для защиты домашней сети. Это Nginee Home. Немного подробнее расскажу вам о каждом из направлений. Компания Cyberum предлагает решения для малых офисов. Вот это представлено здесь. Решение корпоративного сектора для компаний среднего уровня и для компаний Enterprise. Ну и немножечко о Cyberum Central Console. Это аппаратные программные средства, которые позволяют централизованно управлять всеми устройствами Cyberum в сети вашей компании. Cyberum iView – это программный комплекс, который предназначен для сбора, анализа и обработки событий, которые происходят в сети компании, с последующим выводом текстовых и графических отчетов. Cyberum Nginee Home – это уникальное устройство на рынке Украины, которое помимо стандартного домашнего роутера имеет антивирусную систему, IPS, родительский контроль и USB-разъем, который поддержит USB-модем, внешний накопитель и позволяет подключать принтер, сканер или МФУ. Ну а сейчас немного поговорим о фаерволах нового поколения от компании Cyberum. Сейчас IT-технологии активно развиваются и, соответственно, возрастает потребность передачи и обработки большего количества информации, чем ранее. Помимо увеличения пропускной способности сетей, активно внедряются мобильные и облачные технологии. Соответственно, организациям необходимы решения, которые будут соответствовать этим потребностям, ну и, конечно же, идти в ногу со временем. И компания Cyberum готова предложить вам такие решения. Это фаерволы нового поколения. Исходя из представленных диаграмм, видно, что производительность решений в несколько раз превышает производительность других
аналогичных устройств на этого же класса, которые представлены на рынке Украины. Давайте рассмотрим диаграмму, на которой приведено сравнение одного из распространенных на украинском рынке UTM устройств от компании Fortinet с устройством Cyberon CR15ING. Вот это устройство Fortinet. Из диаграммы видно, что пропускная способность фаервола Cyberon CR15ING в 5 раз выше, чем у Fortinet FG40C. А пропускная способность всего UTM в целом в 4 раза превышает пропускную способность UTM устройства от Fortinet FG40C, что является несомненным преимуществом. Не правда ли? При этом стоимость этих устройств находится в одном ценовом диапазоне. Ну и виртуальных фаерволах. Также компания Cyberon предлагает программные решения для защиты вашей корпоративной сети с помощью виртуальных UTM фаерволов. Ну и поговорим с вами подробнее о возможностях UTM устройств. Все UTM устройства от компании Cyberon располагают таким функционалом, вот как приведен на этом слайде. Давайте рассмотрим каждую из составляющих более детально. Начнем с вами с межсетевого экрана. Межсетевой экран позволяет осуществлять ограничения и фильтрацию трафика сети на основе определенных политик и правил. Контентная фильтрация. Контентная фильтрация позволяет осуществлять ограничение доступа к определенным видам сайтов и интернет-ресурсам. Антиспам позволяет защищать корпоративную почту от нежелательной корреспонденции, что позволит вашим сотрудникам не тратить свое рабочее время на чистку своей почты от спама. Антивирус обеспечивает защиту от вирусов и вредоносного программного обеспечения во время работы в интернете. IPS-система – это система предотвращения вторжений. Она позволяет предотвратить проникновение в вашу корпоративную сеть несанкционированных пользователей. VPN-соединение позволяет получить защищенный доступ удаленным филиалам или пользователям к единой корпоративной сети компании. И поговорим о политиках безопасности на основе идентификации. UTM устройства Cyberon позволяют персонализованно распределять права пользователей. В зависимости от роли пользователя в системе предоставляется этому пользователю различная глубина доступа к ресурсам сети. Прозрачная аутентификация пользователей. Для прозрачной аутентификации пользователей возможно использовать внутреннее хранилище UTM устройств или учетные записи домена. Для доступа в сеть может применяться парольная и двухфакторная аутентификация. Ну, а теперь поговорим о дополнительной функциональности UTM устройств от компании Cyberon. Регулировка пропускной способности канала. Это возможность задавать приоритет какому-либо виду трафика, например, видео или аудиотрансляции. Мультигейтвей подразумевает под собой возможность объединения устройств в кластер. Отказоустойчивость. Это использование резервного устройства для обеспечения работоспособности сети в режиме 24/7. Ну и, конечно же, аудит. Ранее я говорила о том, что отчеты могут быть представлены как в виде таблиц, так и в виде диаграмм. На этих слайдах вы можете увидеть такой пример представления отчетов. Ну и о целесообразности инвестиций в безопасность. Используя UTM устройства от компании Cyberon, вы сможете сократить расходы на развитие IT-инфраструктуры, при этом получив комплексную защиту сети компании и предотвращение утечек информации. Использовать мобильные технологии, постоянно иметь доступ к отчетам, контролировать рациональное использование рабочего времени ваших сотрудников и избавиться от вредоносного программного обеспечения, вирусов и спама.
Ну и какие же выводы мы можем сделать? Итак, основными преимуществами UTM-устройств от компании Cyberom является: первое – это их стоимость, второе – это простота администрирования, и третье – это комплексность сетевой защиты. И все это вы можете получить в одном компактном устройстве. Спасибо за внимание. Если у вас во время презентации возникли вопросы, вы можете задать их сейчас или связаться со мной попозже по телефону или почте, которую вы видите на экране. Спасибо вам за внимание. До свидания.